Привет! Это короткий ролик, который многие из вас очень ждали. Конечно же, я говорю о результатах розыгрыша Russian Mechanica V3. Но перед тем, как начать розыгрыш, я бы хотел обратиться к вам с просьбой не оставлять больше одного комментария под видео с такими розыгрышами. Соответственно, если вы оставляете больше, чем один комментарий, то ваши шансы относительно остальных увеличиваются. И если вы думали, что мы это не контролим, то вы ошибались. Итак, приступим к самому розыгрышу. После чистки у нас осталось аж 706 комментариев. Сам розыгрыш мы будем проводить при помощи сервиса Lisa On Air. Это бьюти-блог, не то, сорян. Во, то, что нам надо. Копируем ссылку на исходное видео и... Итак, Евгений Шейко с комментарием «Неплохо». Чувак, поздравляем, этот мод твой. Для уточнения реквизитов по отправке свяжитесь, пожалуйста, со мной по имейлу, который будет указан где-то вот здесь вот. А остальным я советую не расстраиваться, это далеко не последний конкурс, и впереди вас ждет еще, ну, не один десяток подобных. Первый из конкурсов, который будет, наверное, следующим, это будет очередной розыгрыш мехмода, это будет консервная банка. Я думаю, многие из вас догадались уже, что это гидра от Stellar Union. Этот обзор выйдет, скорее всего, уже на этой неделе, поэтому ждите, участвуйте и когда-нибудь вам повезет. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо, пока.